Замість уроків – активна тренування, замість строгої форми – спортивне. Один в учебний день у Могилевському професійному ліцеї номер 9 переутворили у фітнес-марафон. Таким спортивним святом профсоюз будівників вирішив показати молоді, що здоровий лад життя – це модно. Усе занятки и конкурсную программу молодежного фитнес-марафона тренеры распрацовывали специально для каждой группы удельников. Активисты профсоюза имкнутся клопотиться не только про теперешних своих работников, але и про будущих специалистов. Стройка – это один из направлений, которое работает в любую погоду. Здоровая нация, здоровые люди, здоровые строители, они задают меньше вопросов. Они выполняют свои показатели гораздо выше. После тренировки конкурсы на тривалость и узнагородження переможцев. Организаторы кажут, фитнес-марафон у лицеи – только первая ластовка этой масштабной акции. Надеемся, что таким образом мы вовлечем всю нашу рабочую профсоюзную молодежь, учащуюся в данное мероприятие. У перспективе до фитнес-марафона долучится Бобруйский будовничий колледж, а после его и будовничие предприемство усёй в области. Дарья Семянько, Александр Тарасов, новини региона.